Вот сейчас стоит зацеп, это значит, что на электроход включена коляска. Чтобы переключить на механическую, нужно оттянуть на себя и чуть-чуть сместить. Буквально на пол, ну, миллиметров на 5 она стала дальше. Теперь, чтобы включить обратно электро, просто сдвигаем в сторону. Вот она зацепилась, уже все, электроход. То есть разница в следующем. Вот и вот. Стало как бы, ну, чуть-чуть выпирать. Вот это вот уже электропривод включен. Еще раз, вот это вот у нас механический ход. Вот это вот электропривод. И тут слышно шум редуктора. Если прислушаться, то он крутится. И тяжелее она стала на ходу. А так легко ходит. Разница вот. Сейчас, так, чтобы показать. Вот так вот он торчит. Вот это вот на механику. Чуть-чуть больше стало. Вот стал на электроход. Вот так видно вплотную электроход. А вот так механический. Как проверить, на механике стоит или нет? При включении джойстика у нас идет движение. Теперь, если мы выключим джойстик, здесь ставим на механику, с этой стороны тоже ставим на механику, включаем джойстик, у нас должен пойти писк. Вот, она крутится, но стоит на месте. Подключаем. Подключаем второй редуктор. И коляска поехала.